Привет, друзья. Меня спросили, а что ты делаешь, когда ты рисуешь? О чем ты думаешь? Любовь греет душу. Поэтому не удивляйтесь тому, что я сейчас скажу. Когда вы рисуете, или пишете стихи, или танцуете, вспомните тепло. Любовь греет душу. Тепло, что было на душе. Вспомните тепло. Я это повторяю сейчас несколько раз, повторение мать учения, но у нас вообще-то на школе мы занимаемся сокращением кризисов и войн на планете. Я хочу, чтобы это знал всякий, кто к нам заходит. Кто к нам заходит, чтобы понимал, что здесь из многих стран мира, независимо от национальности, культуры, независимо от возраста, независимо от религии, мы люди. И когда вы занимаетесь творчеством, повторяюсь, любовь греет душу. Вспомните что-то теплое. И на душе становится легко. Тепло. Вспомните, что на душе тепло. Посмотрите сейчас внимательно на меня. Вспомните тепло. Мы даем такие приемы. Например, ключевое дыхание 1 минута. Просто думайте, когда рисуете или о чем-то размышляете, о каких-то проблемах в момент вдоха и выдоха 1 минуту. Что теплее, вдох или выдох? А потом, когда вы делаете волну ключевую, тоже вспоминаете что-то теплое. Вот так просто, понимаете? Тепло. Когда вам тепло, вам становится хорошо. Это такая чудесная возникает безмятежность. Вот вам лучшая медитация. Прекрасно, друзья. Итак, любовь греет душу. Любите, друзья, друг друга и будете свободными. До встречи.